Художественная гимнастика – это вид спорта, который сочетает в себе красоту и грациозность, женственность и элегантность. Гимнастка, выступая на ковре, творит чудеса. Бросает и ловит предметы, выполняет сложнейшие элементы на гибкость и растяжку, поражая зрителей. Как вид спорта, художественная гимнастика возникла и сформировалась в нашей стране в 40-е годы прошлого века. С 84-го года она является олимпийским видом спорта. В конце декабря в Москве проходило открытое первенство специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва ЦСКА по художественной гимнастике. Юные гимнастки делают только первые шаги в спорте. Им предстоит долгий непростой путь под руководством опытных тренеров. Художественная гимнастика развивает гибкость, ловкость, выносливость, дисциплинирует человека, совершенствует его тело, укрепляет чувство уверенности в себе, что очень важно в сегодняшнем мире. Одновременно она учит соблюдать правила эстетического поведения, формирует понятие красоты тела, воспитывает вкус, музыкальность. Однако, чтобы стать чемпионкой, нужно обладать не только природными данными, но и сильным характером, который помогает преодолевать трудности по дороге к заветным медалям.